Ну? Куда пришли? На попугончиков и на паровозик. На, пришли в парк, да? Алиса тут будет? У Алисы концерт, мы идем на концерт. На попугончика? Смотри, сколько тут всего, да? Пойдем. Где у нас попрыгунчик? Так пойдем туда, на попрыгунчика-то надо, туда. Пошли, доча. Попрыгунчик там. Давай руку. Лошадка, ну нет, на лошади не поедем. Наверное, большая, с каретой, с целой. А мы пойдем. Куда пойдем? На попрыгун? Там есть паровозики красивые, да, уже все заработало. Пойдем. У нас сегодня у Алисы концерт. Танцует наша подруга, да? Ты пришла к Алисе? Вон там у нас всякие развлекухи маленько есть. Пойдем. Ой, а тут нельзя входить. А мы пришли сюда. Ну, пойдем обратно. Потому что тут нельзя. Нельзя. Мы думали, можно, да? А тут закрыто, потому что тут только там. Да, мы думали, можно. Ой. Мы специально водичку взяли, да? Но. О, смотри. Иди вперед. Ну, сколько всего? Тут много, да? А туда зачем? Так пошли, мы же на попрыгунчик хотели. На батут не пойдем, они сейчас грязные. Пойдем. Почему они не прыгают? Ну, их, видимо, родители не боятся, что что-нибудь можно себе там сломать. У нас уже много раз себе что-нибудь сломали туда, поэтому не хочется. А вон попрыгунчик. Вон такой попрыгунчик, да? Сейчас найдем вход или выход. Хоть что-нибудь, где тут заходить, да? Беги. Вперед пока иди. А, только далеко не убегай. Убежала. Вон там, доча, вход, наверное. Сюда. Уже, скажи, вертушку купили, да? А вон сколько вертушек, дочь, пойдем. Ой-ой-ой, не падай. Слушай, как мы тут зайти, да, не можем? Нашли? Почти нашли, вон, пошли, нашли вход. Вот и нашли вход. Пошли, попрыгаешь. Смотри, вот есть на лошадках кататься. Смотри, вон лошадки есть. Вон попрыгунчик. Нет, батут нет, доча. Лошадки, паровозик или попрыгунчик. Куда хочешь. Пойдем. Надо заплатить ходить. Пойдем.